В доходном доме Лерхи, который находится в самом центре Одессы, а именно по адресу Приморский бульвар 5, отвалился кусок лепнины. Он задел на стены уличный фонарь, который вырвало вместе с декором. Этот дом горсовет в 2012 году продал за почти 19,5 миллионов гривен фирме Приморский бульвар 21. Поэтому надеяться на то, что чиновники могут как-то повлиять на процесс восстановления памятника архитектуры, не стоит. Кроме того, в городском совете рассказали, что этот объект является памятником архитектуры национального значения, что автоматически делает ответственным за нее Министерство культуры. Какова дальнейшая судьба дома Лерхи, пока неизвестна, но мы будем следить за реакцией ответственных лиц. С места события Василий Базовлук, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».